И снова мы возвращаемся к теме сбора мусора. Претензии населения постоянно звучат в адрес рекоператора. Часть из них озвучивается на плановых совещаниях в администрации. На этот раз глава округа передала в ВК-промсервис и настоятельную просьбу от жителей деревень Малое и Большое Щапово. Они живут в непосредственной близости от полигона и просят пересмотреть для них тарифы на вывоз отходов. Большое и Малое Щапово. Эти населенные пункты расположены в 3 километрах от Алексинского полигона. В зону пониженных тарифов не попадают. Однако глава округа поддержала просьбу жителей этих деревень о льготах и считает ее обоснованной. Если говорить о вопросе мусора, то и Большое Щапово, и Малое Щапово обращаются непосредственно с вопросом о пересмотре тарифов для этих населенных пунктов, поскольку действительно близость к полигону, ну, наверное, определяет какие-то определенные бонусы, которые должны иметь жители. Сейчас особый тариф у тех, кто живет в 2 километрах от полигона. Их скидка от базовой стоимости составляет 70%. А также предусмотрены льготы для определенных категорий жителей. Мы предусмотрели еще раз скидку для, в принципе, для всех владельцев индивидуальных жилых домов, для социально незащищенных пенсионеров, еще скидка от правительства Московской области. Поэтому будем действовать, мы действуем в рамках федерального вообще законодательства. Напомним, на скидку в 30% могут рассчитывать пенсионеры до 70 лет, 50% оплаты у тех, кому от 70 до 80, и 100% скидку пенсионеров за 80. На льготы также могут рассчитывать жители, чьи коммунальные расходы превышают 22% от совокупного дохода. Опрос же предоставление скидок жителям Малого и Большого Щапова на рассмотрение. Справочную информацию по тарифам можно получить по телефону горячей линии 8 495 648 0805.